Приветствую, друзья! Сегодня расскажу вам притчу «Смех и слезы». А перед началом прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Приятного вам просмотра! Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха. Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот. Только несколько людей улыбнулись. Мудрец третий раз рассказал эту же шутку, но не засмеялся уже никто. Старый мудрый человек улыбнулся и произнес: «Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не можете. Так почему вы постоянно позволяете себе плакать по одному и тому же поводу?»